Пожалуйста, Красный Крюк, ты хотя бы взгляни на чертежи Корда. Я могу это сделать, мне только нужен бластер. Говорю же, это невозможно. Такого бластера не существует в природе. Это всего лишь фантазия, как универсальный слаг или туалет без запаха. Никакая это не фантазия, я встречал его. Туалет без запаха? Нет, бластер. У непобедимого мастера был такой бластер, и она могла выпускать из него одновременно двух слагов, которые сливались воедино и становились несокрушимой силой. Пусть мастерица продемонстрирует это и убедит меня. Это невозможно из-за Блэка. Он разработал собственное оружие. И она пропала. Говоря пропала, ты не имеешь в виду, просто уехала в отпуск? Лишь этот сплав может противостоять Гатлеру Блэка. Я должен получить его до того, как Блэк восстановит свое оружие. Что? Хм. Даже если это возможно, что заставляет тебя думать, будто у тебя получится? Ты ведь не непобедимый мастер. Ты всего лишь Шейн. Я не такой умелец, как ты, но я тут попытался набросать чертеж специального бластера для Илая, который сделает возможным слияние. Что ж, это, конечно, полное дилетантство, но в нем чувствуется осмысленный подход к попытке решения сложного технического вопроса. Пневмокурок с рифлеными полимерными проводами обеспечит лучшую репликацию. Пусть замолчат. Пойми, необходимо будет обеспечить идентичность траектории полета. Ага, все равно это невозможно. Такому бластеру понадобился бы живой кристалл, чтобы обеспечивать синхронизацию. А его сложно раздобыть? Хм, их нет в природе. Кристалл был когда-то источником энергии, но его запасы закончились. Последний раз его использовали в воздушном преобразователе. В общем, удачи вам в поисках. А я знаю, где можно найти такую штуку. В этой пещере столько запчастей разных приспособлений, у вас крышу снесет. Моя крыша на месте. Мусорная свалка? Не просто какая-то там свалка. Склад металлолома. Смоктера. Конечно, чтобы найти тут какую-то деталь, понадобится время. Ну, может, пара лет. Грязная работа. Корт, скажи, что есть простой способ найти что-то в этой куче хлама. Только посмотрите. Воздушный преобразователь. Один в наличии. Находится в дальнем хранилище. Отлично. Как туда добраться? Я так далеко не заходил. Вот карта дальнего хранилища, которая, судя по всему, в 2 днях пути. Прошу прощения, но у меня нет формы для 2-дневного путешествия. Я имела в виду верхом, но здесь говорится, что верхом нельзя. Пешком туда добираться целую вечность. Если добираться на этом, то, думаю, пешком будет быстрее. Ты просто не разбираешься в подобных механизмах. А теперь пусть превосходные навигаторские способности пронто развеют ваши опасения. Что это такое, воздушный преобразователь? Это прибор, который захватывает загрязненные молекулы воздуха и наполняет их кислородом. Что-то вроде освежителя воздуха? Если не вдаваться в технические детали. Ух ты! Фронта, ты когда-нибудь ездил на такой штуке? Нет, но это похоже на трехколесный велосипед из детства.
велосипедов не бывает джойстика. Да, но у моего был очень навороченный руль. Тормози, тормози! Небольшая проблемка. Должна быть дорога получше к дальнему хранилищу. Ты хотел добраться быстрее, чем пешком? Пронто осуществил твое желание. Это дальнее хранилище. Скорее всего, у меня нюх на подобные вещи. Мы добрались до качественно нового уровня вони и грязи. Кто за то, чтобы поскорее найти эту штуковину и унести ноги? Поднимите руки. Ладно, два слова. Похоже на чокнутый тролль. Мы тут не в шарады играем. Ты следил за нами? Зачем? Может, он хочет мой автограф? Что тебе нужно? Мы уже получили то, что нам нужно. Мы получили вас. Эй, ребята, мы всего лишь ищем одну деталь, и кажется, мы заблудились. Сюда вход воспрещен, нужно разрешение Базендера. Тогда скажи, как его найти, и мы получим его разрешение. Теперь уже слишком поздно. Какое предусмотрено наказание, ребята? Сдайте ваших слагов и бластеры и покиньте дальние хранилища тем же путем, как сюда попали. Но нет, этому не бывать. Тогда мы сами их отнимем. Эти парни крутые! Босс будет рад с ними поупражняться! Эй-эй-эй! Может, прекратите, наконец, стрелять? Кто вы такие? Мы команда Шейна. Может, слышали о нас? Да, а может, вы слышали о нас? Мы крутые парни! Оригинальное название, не правда ли? Я же говорил, звучит избито. А может быть, назоветесь помойными псами? Или отпетыми мусорщиками? Да, точно. Отпетые мусорщики звучит круто. Отпетые мусорщики! Как смотрите на то, чтобы отступить и дать нам найти то, ради чего мы сюда пришли? Мусор может и бесплатный, но чтобы получить к нему доступ, нужно заплатить. Отдайте ваших слагов и бластеры и можете копаться тут сколько влезет. Не пойдет. Тем хуже для тебя. Готовься к битве с крутыми ребятами. Отпетыми мусорщиками! Эксмитер Слаг! Сейчас рванет! Он выведет из строя все, что работает на электричестве! Включая наши бластеры! Их тоже! Мы не проиграли, но и не выиграли. Босс будет недоволен. Возможно, это заставит его улыбнуться. Действие Эксмитера скоро закончится. Надо найти этот воздушный преобразователь и убраться отсюда.
Я потеряла карту. Придется вернуться. Не проблема. У Пронта есть копия. Здесь, у него в голове. Веди нас, мистер Голова. Вы даже не смогли ограбить крошечную группку клиентов? Эти клиенты умеют обращаться с бластером. Лучше меня. Нет, конечно же нет, сэр Босс Эмбер. Никто не сравнится с вами. Они называют себя команда Шейна. Шейн. Мне знакомо это имя. Достойный противник. О, кстати, о названиях. Может, сменим наше на более крутое? Я тут подумал, как насчет ответа им мусорщика. Помолчи! Им, кажется, позарез необходимо найти какой-то прибор здесь. Если команда Шейна за ним охотится, это должно быть нечто стоящее. Возьми это, доставь мне прибор и приведи мне их. Ну, босс, этих слугометов будет... Не просто одолеть. Либо вы получите свою часть после того, как я продам эту штуковину, либо вас самих разрежут на части. А теперь выметайтесь, пока не вывели меня из себя. О, и еще кое-что. Знаете, будете называться отпетые мусорщики. Это гораздо лучше крутых парней. Да, я так и знал. Бронто не в ответе за пятно от воды на карте. Нам сюда определенно. Ну же, вперед! Ты уверен, что это пятно на карте, а не в твоем мозгу? Ты можешь его найти, Бронто. Сосредоточься! Бронто не может ошибаться. Его память и интуиция выше всяческих похвал. Их превосходит разве что его талант. Наикратчайший из танцоров. Вот оно. Это здесь. Освежитель воздуха или как там его в одном из ящиков? На карте было не просто пятно от воды. Это была течь. Это должно быть здесь. Пусто. Ну где тогда? Ты не это ищешь, а? Воздушный преобразователь. Да ладно, ребята, эта штуковина ничего не стоит. Пусть босс Эмбер решает, чего стоит она, а чего вы. Только попробуйте чего-нибудь выкинуть, этой штуковине конец. Неплохо, неплохо. Не часто нам в руки попадают бластеры такого качества. Хоть раз в жизни такие никчемные личности, как вы, смогли принести пользу. Да, мы стали гораздо круче, когда сменили название на отпетых мусорщиков. Я говорила, нужно крутое название. Да, сильное название для банды — это самое главное. Кстати, тебя ведь зовут Элай Шейн, не так ли? А ты кто? Должно быть, ты обо мне наслышан. Я босс Эмбер. Нет, никогда. Нет, никогда. Босс чего? Тогда я вам объясню. Я охраняю владение в дальнем хранилище. Ни один объект или человек не проскользнет мимо меня. Вот. Ты ведь сам себя назначил на эту должность. Бесчинствуешь тут, потому что эта часть свалки не контролируется. А ты не глупый парень. И зная, кто ты, могу предположить, что эта штуковина представляет большую ценность, о которой мне неизвестно. Это освежитель воздуха. С нами же живет пещерный тролль. Даже если и так, думаю, я выставлю эту безделушку на продажу. Может, доктор Блэк ею заинтересуется? Сколько хочешь. В этом случае репутация дороже денег. Я считаюсь неплохим слагометом. И как я слышал, твои способности делают тебя достойным противником. Так вот мои условия, Шейн. Мы с тобой один на один. Проиграю я, ты забираешь эту штуку. Проиграешь ты, твои бластеры, слаги и репутация перейдут мне. Этот пустозвон и бластер-то держать не умеет. Ну хорошо, Эмбер, по рукам.
Я, кажется, забыл упомянуть о маленькой детали нашего поединка. Хорошего мусорщика должно быть много. Да! О, да! А, да! Наконец-то! Дуэль с противником, от которого меня не тошнит. Это мы еще посмотрим. Подожди-ка. Видишь? Говорил же, что он хорош. Вас так легко поразить. А теперь смотри, стойте, как истуканы, помогите его прикончить. Так нечестно. Я плохой пример для подражания. Мы тебя прикроем, Элай. У нас есть шанс, только если он не использует Эксмитера. Они ни за что не догадаются. Не такие они сообразительные. Ха! Наша взяла! Нет, ты глупец! Ну вот! Я что, уволен? Идите домой! Ты не можешь попасть даже в такую большую мишень, как я! А я в тебя и не целился! Что ж... Мои слаги одержали верх. Победа за мной. Все честно. Уходим. Почему вы их не остановили? Ну, ведь они выиграли по-честному. Я сам с ними разделаюсь. Вы уволены. Замечательно. Просто супер. И что нам теперь делать? Может, в другом месте найдется работенка. Эти рельсы — наше единственное спасение. Фронта чует запах смазки на металлических колесах. Для металлических рельсов, исходящий прямо от... Фронта! Отсюда? А? Я его нашел. Не подкачай, Фронта. Ты только подтолкни. Скорее, Фронта, он догоняет! Не могу, мотор все еще не работает из-за этого Эксмитера. Как и наши бластеры! Скажите мне, что мы хоть что-то можем сделать? Можете мне соврать? Не можем мы кидаться в него слагами. Скорость подходящая. Засунем это туда.
ноги, вперед! Одна! Не сюда! Нет! Куда ведет эта дыра? В самое дальнее хранилище, помните? У Пронта ведь есть карта. Здесь. Посмотрите-ка, кто у нас тут. Экс-Митер. Привет, заяц. Добро пожаловать. Отныне все запчасти буду заказывать по почте. Это не просто живой кристалл. Он еще и с неиспользованного воздушного преобразователя. Значит, в нем еще полно энергии. Ха-ха. Обнадеживает. Но одного кристалла и любительского чертежа недостаточно, чтобы так просто взять и создать этот бластер. Что ж, будем надеяться, доктор Блэк еще не скоро сможет вернуть в строй своего Гатлера. Потому что иначе мы попросту не сможем ему противостоять. Лактера. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Топ. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году. Вами. Они называют себя команда Шейна. Шейн. Мне знакомо это имя. Достойный противник. О, кстати, о названиях. Может, сменим наше на более крутое? Я тут подумал, как насчет отпетой мусорщик. Помолчи! Им, кажется, позарез необходимо найти какой-то прибор здесь. Хм. Если команда Шейна за ним охотится, это должно быть нечто стоящее. Возьми это, доставь мне прибор и приведи мне их. Ну, босс, этих слугометов будет... Не просто одолеть. Либо вы получите свою часть после того, как я продам эту штуковину, либо вас самих разрежут на части. А теперь выметайтесь, пока не вывели меня из себя. О, и еще кое-что. Знаете, будете называться отпетые мусорщики. Это гораздо лучше крутых парней. Да, я так и знал. Пронто не в ответе за пятно от воды на карте. Нам сюда определенно. Ну же, вперед! Ты уверен, что это пятно на карте, а не в твоем мозгу? Ты можешь его найти, Пронто. Сосредоточься! Пронто не может ошибаться. Его память и интуиция выше всяческих похвал. Их превосходит разве что его талант. Наикратчайший из танцоров. Вот оно. Это здесь. Освежитель воздуха или как там его в одном из ящиков? На карте было не просто пятно от воды. Это была течь. Это должно быть здесь. Пусто. Ну где тогда? Ты не это ищешь, а? Воздушный преобразователь. Да ладно, ребята, эта штуковина ничего не стоит. Пусть босс Эмбер решает, чего стоит она, а чего вы. Только попробуйте чего-нибудь выкинуть, этой штуковине конец. Неплохо, неплохо. Они часто нам в руки попадают бластеры такого качества. Пожалуйста, красный крюк, ты хотя бы взгляни на чертежи Корда. Я могу это сделать, мне только нужен бластер. Говорю же, это невозможно.
Такого бластера не существует в природе. Это всего лишь фантазия, как универсальный слаг или туалет без запаха. Никакая это не фантазия. Я встречал его. Туалет без запаха? Нет, бластер. У непобедимого мастера был такой бластер, и она могла выпускать из него одновременно двух слагов, которые сливались воедино и становились несокрушимой силой. Пусть мастерица продемонстрирует это и убедит меня. Это невозможно из-за Блэка. Он разработал собственное оружие. И она пропала. Говоря пропала, ты не имеешь в виду, просто уехала в отпуск? Лишь этот сплав может противостоять Гатлеру Блэка. И я должен получить его до того, как Блэк восстановит свое оружие. Что? Хм. Даже если это возможно, что заставляет тебя думать, будто у тебя получится? Ты ведь не непобедимый мастер. Ты всего лишь Шейн. Я не такой умелец, как ты, но я тут попытался набросать чертеж специального бластера для Элая, который сделает возможным слияние. Что ж, это, конечно, полное дилетантство, но в нем чувствуется осмысленный подход к попытке решения сложного технического вопроса. Пневмокурок с рифлеными полимерными проводами обеспечит лучшую репликацию. Пусть замолчат. Пойми, необходимо будет обеспечить идентичность траектории полета. Ага, все равно это невозможно. Такому бластеру понадобился бы живой кристалл, чтобы обеспечивать синхронизацию. А его сложно раздобыть? Хм, их нет в природе. Кристалл был когда-то источником энергии, но его запасы закончились. Последний раз его использовали в воздушном преобразователе. В общем, удачи вам в поисках. А я знаю, где можно найти такую штуку. В этой пещере столько запчастей и разных приспособлений. У вас крышу снесет. Моя крыша на месте. Мусорная свалка? Не просто какая-то там свалка. Склад металлолома. Слагтерра. Конечно, чтобы найти тут какую-то деталь, понадобится время. Ну, может, пара лет. Эти парни крутые! Босс будет рад с ними поупражняться! Эй-эй-эй! Может, прекратите, наконец, стрелять? Кто вы такие? Мы команда Шейна. Может, слышали о нас? Да, а может, вы слышали о нас? Мы крутые парни! Оригинальное название, не правда ли? Я же говорил, звучит избито! А может быть, назоветесь помойными псами? Или отпетыми мусорщиками? Да, точно. Отпетые мусорщики звучит круто. Отпетые мусорщики! Как смотрите на то, чтобы отступить и дать нам найти то, ради чего мы сюда пришли? Мусор может и бесплатный. Но чтобы получить к нему доступ, нужно заплатить. Отдайте ваших слагов и бластеры, и можете копаться тут сколько влезет. Не пойдет. Тем хуже для тебя. Готовься к битве с крутыми ребятами. Отпетыми мусорщиками! Эксмитер Слаг! Сейчас рванет! Он выведет из строя все, что работает на электричестве! Включая наши бластеры! Их тоже! Мы не проиграли, но и не выиграли. Босс будет недоволен. Возможно, это заставит его улыбнуться. Действие Эксмитера скоро закончится. Надо найти этот воздушный преобразователь и убраться отсюда. Я потеряла карту. Придется вернуться. Не проблема. У Пронта есть копия. Здесь, у него в голове. Веди нас, мистер Голова. Вы даже не смогли ограбить крошечную группку клиентов? Эти клиенты умеют обращаться с бластером. Лучше меня.
Нет, конечно же нет, сэр Босс Эмбер. Никто не сравнится с... Должна быть дорога получше к дальнему хранилищу. Ты хотел добраться быстрее, чем пешком? Пронто осуществил твое желание. Это дальнее хранилище. Скорее всего, у меня нюх на подобные вещи. Мы добрались до качественно нового уровня вони и грязи. Кто за то, чтобы поскорее найти эту штуковину и унести ноги? Поднимите руки. Ладно, два слова. Похоже на чокнутый трой. Мы тут не в шарады играем. Ты следил за нами? Зачем? Может, он хочет мой автограф? Что тебе нужно? Мы уже получили то, что нам нужно. Мы получили вас. Эй, ребята, мы всего лишь ищем одну деталь, и кажется, мы заблудились. Сюда вход воспрещен, нужно разрешение Базендера. Тогда скажи, как его найти, и мы получим его разрешение. Теперь уже слишком поздно. Какое предусмотрено наказание, ребята? Дайте ваших слагов и бластеры и покиньте дальние хранилища тем же путем, как сюда попали. Но нет, этому не бывать. Тогда мы сами их отнимем. Грязная работа. Корт, скажи, что есть простой способ найти что-то в этой куче хлама. Только посмотрите. Воздушный преобразователь. Один в наличии. Находится в дальнем хранилище. Отлично. Как туда добраться? Я так далеко не заходил. Вот карта дальнего хранилища, которая, судя по всему, в двух днях пути. Прошу прощения, но у меня нет формы для двухдневного путешествия. Я имела в виду верхом, но здесь говорится, что верхом нельзя. Пешком туда добираться целую вечность. Если добираться на этом, то, думаю, пешком будет быстрее. Ты просто не разбираешься в подобных механизмах. А теперь пусть превосходные навигаторские способности пронто развеют ваши опасения. Что это такое, воздушный преобразователь? Это прибор, который захватывает загрязненные молекулы воздуха и наполняет их кислородом. Что-то вроде освежителя воздуха? Если не вдаваться в технические детали. Ух ты! Ух!
фронта. Ты когда-нибудь ездил на такой штуке? Нет, но это похоже на трехколесный велосипед из детства. У велосипедов не бывает джойстика. Да, но у моего был очень навороченный руль. Тормози, тормози! Небольшая проблемка.